Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Монг. Продолжаем проходить Days Gone. И как вы помните, в прошлой серии мы остановились на зачистке гнезд. И что-то у нас тут какая-то задница выходит. Как ты меня спалила-то, блядь? Иди нахер. Тебе показалось. Ты жрала там сидела, иди жри. Тупая мразь. Не хочешь, как хочешь. Придется тебя тогда ликвидировать. О, блядь, еще один хрыч. Ты удачно, кстати, так подошел. Ухо отдай. Тут еще чувачок, блядь. В дерево уперся, блядь. И не смог уехать. Спокуха. Давайте все сюда по очереди подходите. Так удобно, блядь. Я вас тут буду изничтожать потихонечку. Так, у нас там гнездо, и сзади нас гнездо, вон там. Ях. Блин, сколько их тут шарится, трындец, блядь. Лишь борда не пришла. Еще надо как-то продвигаться. К этому гнезду гребаному, блядь. Нет, в таких случаях надо арбалет с собой брать, он тихий. Ну чё? Вроде разбрелись они. Хреново, а не, возле дома есть кусты. Вроде бы. Блин, мразота сюда идет. Иди сюда, подойди. Была приманочка какая-нибудь, типа. Какое-нибудь тухло кинул, чтобы они подходили на запах. Сейчас бы подманил его к кустикам. Камушком-то можно попробовать, но вот так вот, прям в глаз. Так, поблизости нету? Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Да чую его, блин, вон оно, гнездо твое. То есть не твое, конечно же. Сейчас полезут же твари. Ух ты ж, мать твою. Теперь беги со всех ног, блядь. И лучше автомат взять. Я думаю. Был бы день, было бы лучше, конечно. Можно было бы обшарить тут все. А ночью их до ядрени фени, блин. Неудачно как-то ночь наступила. Вчера еще косяк какой-то был с этим отметками. Ставил отметки, а они не появлялись. Странно как-то было. Че, блин? Дружка своего жрешь? Тихо. Тихо, тихо, ребята. Чё такое? Вы чё так сполошились, блин? Изи, изи.
Такие прям сполошились, блин. Давайте расходитесь, блядь, у вас слишком много в одном месте. Вас можно, конечно, в одно место собрать да подпалить, но... О, не-не-не, из кустов не выходим, блядь, это чревато, блядь. Вот это нормально. Так, один туда ушел. Надо их всех отмечать, чтобы следить за ними, где они лазят, блядь. Вот, я его от того он отметил, а он не это, не отметился. Ё-моё, блядь. Да ну нахрен. Надо валить отсюда побыстрее, мне кажется, блин. Ах ты, тварь! Жесть! Бля, хорошо, они через реку не могут перейти. Это жесть, конечно. Ну ты чё, почему ты не отмечаешься, мразота? Чё за баги, блин, такие? Не машина гоночная баги, а баги, блин. Твари. Как вы все сгинете, блин. Иди тоже сюда, блин. Бля, нихера их там, как муравьи такие. Смотри, смотри, блин. А чё они делают? Как будто возле кого-то кучкуются. Жесть, блин. Просто жесть, блин, реально. Блин, они таким темпом через реку перелезут. Это трындец. Надо валить потихоньку отсюда. А лучше не потихоньку, а побыстрее, блин. Ну ты, тварь, блин. Уйди с дороги, блин. Блять, они уже сюда, по-моему, перелазят. Учуяли кого-то или чё? Стой, тварь. Пошли, блин, потихонечку отсюда. Это трындец, блин. Просто жесть. Короче, валим отсюда потихоньку. Как можно тише надо это делать. Хорошо, тут кусты есть. Потому что если та толпа сюда придет, она нас с кустов точно вытащит. Это тебе не один-два, блин, фрика. Так, вот здесь гнездо у нас, да? А где оно именно там? Внутри? Так, этот чмырь там шарится. А-а-а.
Блять, аж сам, сука, загорелся. Беги! Дебила кусок. Надеюсь, они нас не спалили. Очень на это надеюсь. Блин, да они не отмечаются. Что за... С друг другом дерутся, бля. Что происходит, бля? Надо как-то валить отсюда. Дик, давай вали. Пусть они там месяца, блин. Нам бы до байка добраться. Опачка. Не вовремя у тебя, блин. Вот не вовремя у тебя выносливость закончилась. Блять, они не отмечаются, я не могу отметить эту тварь. Давай. Давай, давай, блин. Какой нафиг давай? Так, байк-то у нас там, он где-то, блин, вдали. Надо еще до него добраться. Когда там уже день наступит, а? Так, сидим, ждем. А там что у нас? Нера, блин? А, нет, там тоннель. Где байк-то? Где-то там еще. Что-то я, блин, не помню, у нас заправленный, нет, чтобы, блин, сесть на него и быстренько валить. Прям со всех ног. Так, поблизости вроде нет никого. А, вот он. Отлично. Отлично. Здесь у нас... Вступить в контакт. Сюда отвезти. Вот сюда я хочу переместиться, наверное, а потом туда в контакт вступать. Хватит нам для этого бензина, нет? Тихо, тихо. Быстрый переход невозможен во время боя. Блять, да какого боя, блять, чтоб тебя, а? Какой бой? Не идет бой никакой. Дебилы, блин. Ладно, поставим вот так. Мясо кончается. Во время боя, говорит, нельзя, блин. А нифига, я что-то за здоровьем не слежу, меня подрали, блин. Так, у нас стимулирующая микстура. Аптечки две, еще бинтов куча. Отлично. Нельзя, говорит, переместиться во время боя. Можно мне переместиться, пожалуйста? О, ништяк. Все. Почему, блин, не внутри оказывается, а за воротами? Меня бесит это. И вообще, могли бы на быстрый переход какую-нибудь заставочку сделать, блин, чем тупо смотреть в черный экран сидеть. Ага, надо заправиться. Конечно, надо. Вот так. А дальше, походу, вообще орды будут. Конкретные, блин. И как с ними бороться? Чё-то даже себе не представляю, блин. Мурашки по коже, блин. С такой толпой, блин.
справляться. Да слазь же ты. Молодец. Пошли мясо отнесем. Тут там бухарь с голоду помирает. Эй, бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Мой брат. Он, интересно, реально его брат или нет? Мне вот интересно. Что, взять вместо снайперки болты, что ли? Ой, арбалет. Вот стопудово, блин, как возьмешь арбалет, пригодится снайперка, блин. Вот серьезно. Ага, а винтовка у меня тогда куда уйдет? Ее здесь нету. Я понял, винтовку, походу, надо купить, чтобы она сохранилась здесь. Тогда не буду пока ее ложить. Как-то странно, почему я не могу ее в шкаф положить? Надо поспать до утра, блин, не хочу я ночью ехать. Ну ладно, идем. Реально стрёмно. Так, ну все, теперь нам здесь недалеко. Там мы должны, я так понимаю, О'Брайена выследить. Побеседовать с ним. Может быть, получится. Сейчас посмотрим. Погнали. Эти волчары позорные. Подзорный волчар, блин, ливень опять фигачит, ё-моё. Метров 300. Ах ты ж! Черт! Как так-то, блин? Можно было вляпаться. Так отлично ехал, блин. Что нас там ждет, интересно, блин? В вертолет, говорит, залезть, пошариться. Нашел. Вступить в контакт. Где вступить? Ага, где-то здесь, блин. Пошли. Они меня пристрелят же нахер. Следовать за О'Брайеном. Хрена себе следовать. Как за ним следовать-то, блин? Если тут эти типки. Кустиков нету, блин. Они меня пристрелят сейчас к чертовой бабушке. Здесь даже кустиков нет. О, вот по воде пойдем. Простите, лейтенант.
лейтенант О'Брайен. Долго мы еще тут? Лейтенант, блин. Мне показалось, на подлете я кое-что видел. Пойду посмотрю. Да? Ничего особенного, наверное. Свежая падаль. Ладно, док. Лейтенант, сами только в падаль не превратитесь. Падалью могут стать только животные или правда. Ваши ребята весь сектор смотрели? Да, все чисто. Так, я надеюсь, они нас не спалят. Те, которые сзади. Но как дальше я за ним, блин, должен? О, молодец, блядь, ты меня как будто понял. Лейтенант О'Брайен, заметка номер 2006. На подлете к цели я увидел большую рою насекомых, предположительно Табанус Атратус или Диптера. На прогалине в удалении от целевой точки. С такого расстояния я не смог рассмотреть, что их привлекло, но, исходя из размеров рои, можно предположить, что это свежая падаль. Насекомых? Каких нахрен насекомых, блин? Мухи, что ли? Насчет Табануса Тратус подтвердилось. Тут много след, и хорошо, что на мне костюм. Труп относительно цел. Судя по всему, это Адагориус Химионус. Чернохвостый олень. Там движение. Как вот это кто-то может уточнить? Порозчатость крупных мышечных масс указывает на заражение штаммом HPE. Возьму пробу для... Там движение, блин, спалил гад. Не верю, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2.7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой. Да. Живой. Как? Как ты выжил, О'Брайен? Что? Я не понимаю. Короче... Ту ночь ты был там, в Фермале. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню, ну конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что в Белнапе, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силверлейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем, топай. Нельзя, не надо. Ты их не знаешь, они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас и огреб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь... Знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься.
Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Да. О'Брайен. Да уж. А здесь что нам делать? Они меня не отпускают встретиться с Лизой. О'Брайен выжил. Как он мог выжить? Их же послали на юг. Погоди. Чё у меня там светится белым? Ладно. Он включил ей кислород, поставил капельницу, он не дал ей умереть. У нее было заражение крови, она бы не выжила. Но он отвез ее в полевой госпиталь. Он спас ей жизнь, я так сказал. Он спас ей жизнь. Может, она еще... Она... Нет. Но О'Брайен жив. А если он... Тогда может быть... Да мне кажется, жива она. Все нормально будет. Дик, слышишь? Бухари. Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно. Ты поспи немного. Я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро. Уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Джек. Хорошо. Сколько можно спать, ёкарный бабай? Он спит, блин, и днем, и ночью. Это что, плотина типа, что ли? О'Брайен! Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь! Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза. Ну давай, О'Брайен. Отвечай. Дик, да успокойся ты. Он, может, не может ответить. Может, там рядом эти упыри. А почему они в масках ходят? Зараженным воздухом, типа, блядь, надышался. Мы же дышим. Ну, то есть, персонаж наш дышит этим воздухом, и ничего. Бредятина какая-то. А пошли в жопу, блин. Дармидонтусы, блин. Дополнительная могила. Цель. Зачем они закапывали тут трупы? А, ну да, потому что они мудаки. Мудаки. Лагерь Неро. Ой, блин, что-то там этих Чиполлин, блин, да ядрени фени. Может, потом как-нибудь? Или сделаем это. Сейчас опять ночь наступит, блин. Вот, сохраниться надо, блин, перед этим опасным занятием. Пошли посмотрим, что тут. Что тут можно сделать. Так. Нам надо найти громкоговоритель сразу все. Посмотреть, где они есть. Вот один есть. А его тут нету. Уже кто-то срезал.
Что за звук, блин? Что, темнеет опять, что ли? Да ладно, камон, блин. Почему так быстро темнеет? Меня это бесит, реально напрягает, блин. И как мне туда попасть? Как, блин? Где-то здесь можно на крышу залезть, наверное. Ё-моё, как они там воют, блин. А как реально туда попасть? Здесь ни хрена нету, блин. Никак не залезешь. Что-то я не догоняю. Можешь машину подкатить? Так я попаду на крышу? Точно. Ты чё, Дик? Смотри, не наделай в штаны там глупостей. От переусердствования. Блин, ночь. Опять ночь. Грёбаная, долбаная ночь. Сколько можно уже, а? Так. Тут вроде больше нету. Вроде нету. Ах, черт, а где канистру-то взять? Надо же канистру. Блять, чувствую, сейчас орда сюда приползет какая-нибудь стопудово. Дик, ты на связи? Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? О, канистра. Да. Да, это был он. Он нас вспомнил, Сару, что произошло? Не знаю, их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Нет, то есть я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где она умерла? Ну, может, ты наконец, не знаю, обретешь покой. Да какой нахрен покой? Ты что несешь-то? Ладно, мне пора. Отбой. Вот именно что, блядь. Чё ты несёшь? Чё у нас здесь есть вообще? Бензовоз? Где эти твари? Их так много, блин. Ну ладно. Не будем мешкать. Они все сюда сбегутся. Посмотрим. Закрой дверь. Пусть сбегаются. Мы здесь посидим. Блин, там вон где-то громкоговоритель. Не заметил я. О, отлично. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть. Рабочий, чего не рабочий-то? Так, что сделать? Здоровье или запас сил, блин, сделать? Наверное, запас сил, чтобы подольше бегать. Давай. Конец света. Вот что это такое? Сон... Невозможен, пока поднята тревога. Грёбаная тревога, блин.
Какого хера? И где эти громкоговорители-то? А вон там, блин. Да идите вы в жопу! Где байк? Пошли нахрен, блин. Уроды. Блять, я по этому тоннелю, я, по-моему, еще не ездил. Точно, блин. Короче, блин, не время сейчас. Да не ори ты так. Орёшь, блин. Как потерпевший. Черт, побери! Ох ты, блин! Там была кнопка. Я ее не заметил. Что такое? Все? Давай, давай, понюхай еще, блин. Сука. Вот так вот. Нормально. Вроде бы. Мочи-то починить надо срочно, блин. Ой, лом как раз здесь есть. Металл нужен. Нужен, нужен. Давай еще вот здесь, наверное, лома возьмем. Вот так вот. Отлично. Максимально. Падла, блин, еще перегорожено все. Ладно, если бы они не могли пробраться тоже. То эти они пробираются. Ты чё, гад, мотоцикл мой уронил? Когда ты успел это сделать? Или это я в пылу боя? Надеюсь, там дорога дальше чистая. Или еще перегорожена. Да черт побери! Еще один участок, Неро. Еще? Может, в медпункте что-нибудь найдется? Еще один? Серьезно? У нас прям что-то серия про Неро. Чтоб тебя, блин, ты можешь залезть и не слазить оттуда. Давай попробуем. Здесь еще. Что тут, что тут у нас и как тут у нас? Интересно. Оп. Понятно.
щитки с предохранителями. Если в передвижном медпункте не хватает предохранителей, поищите их на блокпостах. Зараза, предохранитель сгорел. Ух ты ж, блин. Вот и генератор. Генератор-то генератор, я вот топ... Блять, там опять толпа, бля. Я вот топлива не вижу, блин. Вот в чем проблема. Где поискать предохранитель-то? Надо здесь сначала, наверное. Куда? Где мне теперь взять предохранитель? И где? Где взять? Нет-нет, это в той стороне. В какой в той? Где? Я что-то ничего не видел здесь. Так, говорит, в той стороне, блин. Какой в... Вон там что-то есть. И нет, здесь просто сундук какой-то. Что это? Предохранитель, да. А, ну во. Ёкарный бабай, где они там, блин? Их там толпа тоже, орут все. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Что происходит, блядь? Жесть! Идите вы в жопу, а откуда вас тут столько взялось? Тебя! Пошли вы нахер, а! Ну вас в жопу, блин! Уроды, блин! Блин, трындец какой-то, а. Ничего ужасного. Да ясно, переш, ничего ужасного. Надо, короче, запомнить этот блокпост грёбаный. И прийти туда днем. У нас далеко лагерь, Такер? Так, здесь у нас заправка. Блин, далековато еще, падла. Неохота уходить отсюда. Потому что здесь как бы близко это все. Что же делать? Ну давай, давай. Блин, их там до хрена просто, блин. Вон они, блин, побежали. Уроды. Не, я все. Ладно, я запомнил, где это. Вернемся потом. Не хочу я, блин, рисковать в данный момент. Потому что это жесть, блин. Реально жесть просто. Заправиться, блин. Быстрее, блин. Мы же здесь гнезда зачищали прошлой ночью. Ну да, здесь. Здесь. Давай, улепетай.
улепетывать отсюда. Ну и нафиг, блин. Иди в жопу, блин, козел. Чуть-чуть осталось доехать. Блин, а так-то не очень близко. Стой, где лагерь? А, лагерь вот здесь у нас. Давай, блин, до лагеря дорожку. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Сейчас домчим. Заправимся, возьмем патронов. И можно будет сгонять на этот блокпост днем. Опять же днем. Лишь бы не нарваться на орду. Что вполне себе реально. Чуть-чуть осталось совсем. Чё там за херня? О, патроны. Господи, что тут было-то? Чё тут реально было? Надо бы тут порыскать. Да чтоб тебя! Присядь ты. Как вы задолбали, долбанные, блин, фрики. Честное слово. Короче, блин, вы бесите меня уже. Как наверх-то попасть? Где лестница, блин? А, вон она. Заходи, блин. Поздороваемся. Коробка с гвоздями. Да чё мне их обшаривать? У них то гвозди, то какая-нибудь херня. Ничего полезного-то так и нету. Ну, то есть, есть, конечно, но мне это не надо. У меня это все есть. Ладно, дорогие друзья, давайте здесь прервемся. Тут мы возле лагеря. И продолжим уже в следующей серии. С вами был Монк. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и удачи.